Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию супер спасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Слушаем трек. Шея, Будда и Орангутанг. Орангутанг — это Яникс. А почему Орангутанг? Ребятки, посмотрите мой трек, я записывала до этого. Называется «Выдох». Там все поймете, почему он у нас Орангутанг. Поехали, друзья! Молодой парень, но у меня много флекса. Мне нужна сука без рвотного рефлекса. Мои глаза горят и многие хотят погреться. У меня есть птички, мой лопатник — это клетка. В Москве я знаю всех, как будто мы живем в деревне. У меня есть связи, как кольцевая ветка. Не употребляем, но у кореша есть ешка. Я еще подумал, говорю о Мерседесах. Сука, ну-ка падай на меня, будто я пухи. Посиди. Так, друзья, что скажу? Ну, легкий трек. Музыка легкая, ребятки, танцевальная такая, можно и танцевать, что хотите, да. Немножко, ребятки, о голосе. Голос очень красивый, мне нравится такой спокойный голосочек. Еще хочу сказать насчет трека, ребятки. Это, наверное, трек такой, знаете, немножко юмористический. И сейчас, знаете, наверное, модно, ребятки, в треках петь просто ни о чем. Понимаете, почему? Вот просто развлекалка. Понимаете, ребятки, трек развлекалочка. Поэтому, ребятки, развлекаемся, слушаем и смеемся, хохочем. Подольше, если ты хотела лучше. Ты видишь шестерки, понимаешь, что мы тузы. Будто мой пухан, твой кайфон. Все эти молодые, им следует поучиться у папы. Я палю по ним ритмы, делаю это на автомате. И даже в карантин у меня есть забитые даты. Могу не выступать, мне вообще нахуй это не надо. Меня все уважают, за деньги это не купишь. Нахуй ты меня хейтишь, твоя сука меня любит. Мое звучание запад, да, я вдохновлялся югом. И у меня есть песня, я нажму на его куру. Я нихуя не думаю, но выгляжу как у кура. Я их не взял анализ, он думает, это чудо. Земля ему будет пухом. А все эти бифы не составьте тупым сукам. Ты думаешь, что ты реальный пес, если ты нюхал? Я думаю, а зачем пиздюк несет хуйню-то? На за стиль, ведь на мне херо. Ты мастерка со мной, как фея. YAMIX, в чем дело? Я свечусь весь, как Астера. На за стиль, ведь на мне херо. Ты мастерка со мной, как фея. YAMIX, в чем дело? Я свечусь весь, как Астера. Я живу с дома, взял полема с собой просто так. Это просто кайф, я не слушал, но слышал, что ты мой стерео слезал. Случайно разбил биту, блядь, я Алину с полу слезал. А, сука, не дала, ха-ха, ты просто и лизал. Да я все тут же ебаный джек, вылил дырку в бассейн. Заработал среди два ляма и салют мой вокал. Залезал, 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 залезал. Поставь таблеток 300, но можно лифы. Ты со мной реально плохая, сука, но ее крючка. Я даже не старался, записал все это в тейл. У меня один хуй, получилось полное мясо, стейл. Пожарил. Да, борт в своем городе, как превышаю, хочу эти штрафы. Газую. В этой жизни я зациклен, тот на своих графах. Бар. Чаще всего ты будешь слышать, как тебя шлют нахуй. Даже с отрезанным языком я кручу тебя вафел. Так, ребятки, что скажу? Развлекалочка, ребятки. Идлибы бросала. Вы слышали, муж не в попад, ребятки. Ну, у меня такое настроение сегодня, понимаете? Мне охота было побаловаться. Побалуйте, ребятки. Я вам говорила, что у меня канал музыкально-развлекательный, ребятки. Мы здесь и слушаем музыку, и развлекаемся, когда это возможность, ребятки. Трек развлекательный. Музыка легкая. Давайте, друзья, развлекайтесь. Голоса молодцы, ребятки. Все, пока, друзья.